В Центральном парке Люберец прошел пасхальный фестиваль Подольской епархии. В этом году в городском округе он состоялся в третий раз. Праздник включил в себя мастер-классы, концерты, театрализованные представления и выставки. За торжеством наблюдала наша съемочная группа. Атмосфера праздника царила во всем парке. Пасху в городском округе завершили масштабным фестивалем. Архиепископ Подольский и Люберецкий акций поблагодарил всех, кто активно содействовал организации праздника и поздравил жителей округа с воскресением Христовым. Вот в таком добром, хорошем настроении и общении, самое главное общение, мы проводим этот день, наш пасхальный фестиваль. Хоть Пасха, сам пасхальный день наступил уже 3 недели назад, но в течение 40 дней празднуется праздник Светлого Христова Воскресения, с которым я всех поздравляю. Весь Центральный парк стал большой интерактивной площадкой, и каждому нашлось дело по душе. Здесь жители округа смогли сплести корзину из лозы, поиграть в Форт Боярд, проверить силу удара и сделать пасхальное украшение. Мы сегодня будем делать витражную пластилинографию. Ребята будут сегодня пластилином рисовать. Да. Вот у нас сегодня будет такая картина, да, это пасхальный кулич, яйца, да, ну, верба. Все, что у нас с вами посвящено этому празднику, символы, все они здесь у нас присутствуют. Поэтому получится сегодня вот такая красивая, замечательная картина. Подготовили мастер-класс, а пасхальные яйца расписаны из макарон, макаронных изделий. Их детки очень любят раскрашивать гуашью, очень нравится деткам, вот в саду мы тоже делаем. И вот сделали мастер-класс показать на фестивале. Вроде всем нравится. А в соседней палатке гости фестиваля участвовали в мастер-классе по изготовлению свечей из восковых листьев, фитиля, сухоцветов лаванды и вощины. Вот делали свечки только что. Тоже очень красиво, тут очень много всего. Допустим, моя подруга делала лебедя, там мы вот сейчас, наверное, пойдем еще много всего делать, очень круто. Фестиваль такой трогательный, нежный. Все, кто работает, стендисты, приветливые. Я бы сказала, Господи, спасибо тебе за все. Пасхальный фестиваль организован при поддержке Люберецкого благочиния и администрации городского округа. Праздничная программа продлилась до 6 часов вечера. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.